Всем привет, ребята. Ариша, привет, тоже всем скажешь? Всем привет, ребята. Вот видите, мы пришли, тут пинг-класс есть. Пинг-класс есть, да? Я захотела покачаться. Всем здравствуйте. Приехали с детьми сегодня на спортивную площадку. Здесь такая здоровая спортивная площадка. Футбольный турнир здесь у Даниля проходил. Приезжала. Было 32 градуса жара, и приезжал. Приезжала пожарная, да, фойерверк приезжали. Обливали их здесь водой, на этом вот плацене все здесь. Прикалывались. Такой хороший пик-класс здесь. А мы сегодня приехали с металлоискателем сюда. Смотрите, уже рябина какая. Красота, да? Цвет такой четкий. Приехали с металлоискателем сюда посмотреть. Вот на вот этих двух волейбольных площадках. Может быть, что-нибудь найдем. Как я до этого уже рассказывал, что у меня хобби есть. С металлоискателем куда-то выезжать, ходить, искать. Ну и вот, когда у Даниля здесь турнир проходил, приглянулись мне эти две волейбольные площадки. Сейчас походим, посмотрим, глядишь, что и найдем. Надеюсь, здесь из комрадов никто не успел походить. Или хотя бы не все собрали, что-нибудь осталось. Здесь футбольное поле такое здоровое. Это деревушка недалеко от нашего города. Что, Ариша, тебе нравится этот шпильплац? А? Арина? Гроза идет? Да, мне надо долго в домике быть. Тут сегодня сильный дождь. Хорошо. Поэтому нельзя выходить, Таня. Можно, пока. А, как хорошо на поле. Но. Не с кем, но с этим дядькой. Поехали, Арина. Давайте скатимся и пойдем за металлоискателем, а потом еще на шпильплатье побудем, да? Ага. Пойдем. Итак, собираем прибор. Достаем, вернее, сначала. Так. Где наш пинпоинт? Не знаю. Маленькая лопатка. И пинпоинт. И большая лопатка. Ну-ка, все. Большая лопата нам не нужна. А я морковку возьму. Морковку? Да, есть буду. Есть эта морковка, не рядочек. Что, кушаешь? Да, как будто я ем, а то ее нельзя есть, а то она была в земле. Вкусная? В траве, да. В земле. Я пойду. Итак, прибор собран, включаем. Сейчас посмотрим, как будет первый сигнал. Если вообще будет что-нибудь, то тогда вам покажем. Так, это чем веревочка привязана? Так, ребят, вот первый какой-то сигнал. Сейчас посмотрим, что это у нас. Ребята, смотрите, мы теперь с Даней оба босиком до этого ходили на шпипец. Теперь за металлоискателем. Ага. Будем сейчас тут играть, бегать. Что-то... А я в яму пойду. Что-то где-то... Опа. Вытащите меня с ямы. Сейчас. Что тут такое? Может быть, но сигнал по звуку, посудя, по звуку неплохой сигнал. Так глубоко, наверное. Что-то тут, что ли? Что-то ты А вот же, вот же. Угу. О, от таблеточки первая наша находка. Ибупрофен. Фольга, поэтому сигнал хороший. Ну ничего, говорят, это хорошо, когда первый сигнал. Первая находка плохая. Наверное, кто-то приходил с больной головой в волейбол играть. Как раз на волейбольной площадке пачки фэрпак, где ибупрофенов лежат, да? Ладно, идем дальше. Ребят, еще одна фольга просто так валялась. Вот а, закопана была. Очередной мусор. Ребят, кто-то... Папа резинку нашел. Кто-то потерял, наверное. Бегал, слетел.
какой-то следующий сигнал. Что-то здесь такое. Где муравьи? Осторожно. Это сигнал, видишь? Вне поля, наверное, пивная крышка. Что-то у нас вот здесь вот есть. Пикает. Здесь тоже песочная. Песочная. Опа, смотри. Монетка. Ух ты. 10 центов, сынок. Наша? Сейчас, Арина, поможем тебе. Наша, да? Папа? Видишь? 10 центов, сынок. Ух ты, какая-то еще старая, 2002 года. Отойдите, ребят. Арина, глянь, хварты. Все, отойди. Закапываем дырочку на место. Ямку. Вот какая, ребят, красивая. Все, идем дальше. А по куда находки девать? Вот эти вот. Мусор выкидывать, и что? Ну, Аиша, отнеси вот это в мусор. Деньги мне надо. Ты потом зарплату получишь. 10 центов, хорошо? Ладно. Ребят, тут так хорошо, знаете, по песку бегать тяжело, потому что ты вот так наступаешь, и потом отталкиваешься, и тебе надо еще бежать. Смотрите. Я не могу так быстро бегать, как то шуями. Я бегу, а Маиша идет. Ну, не так быстро, ребят. Вот еще один сигнал, ребят. Не знаю, что тут. Но что-то, я думал, побольше будет сигналов, а тут так мало. Что это у нас? Вот, сынок. Еще монетка. А дай мне. 20 центов, посмотри, Ришка. 20 центов. Смотрите, ребят, 10 центов. 20 центов. Окей. Твоя доля, Аиса, мусор выкидывать. Все, идем дальше. Это деньги Дани, Лёва, дай пока. 30 вместе. Потом мне дашь. Ага. Вот еще один сигнал у нас хорошенький. Ребят, смотрите, мы даже закапываемся. Аиса, сама закопайся. Сейчас посмотрим, что у нас. Вот снизу такой классный, да? Мокрый. Где он? Доча, убери ножки, я что-то копаю. Где он? Хороший песок. А он... Ариша. Песок. Пожалуйста. Холодный. Где моим ножкам будет хорошо холодный? Нет, работай. Оба. Оба. Что-то тут интересно. Мои ножки теперь в холодном песке, а твои нет. Ну, они, что сейчас, мои ножки не сгорят, а твои сгорят. Да. О! Что это такое у нас? О! Машина! Ребята! Кто-то здесь в песочнице игрался в машину кому-то. Дай-ка мне. Во, смотри, видишь, какая крутая тачка. Дай-ка мне. На, можешь играться теперь с ней, да? Спасибо. Пожалуйста. Эй, деньги отнеси вот за. Что здесь, еще одна машина, что ли? А? Ага, скоро. Как ты думаешь? Ребят, скоро можно целый автомагазин открывать, если много машинок найдем. Точно. Что-то сразу закопал. Не проверил. Ну-ка. А по-моему, я видел что-то там. Интересное занятие, да? Ну да. Никогда не знаешь, что можешь найти. А сюда сосед похоронный. Сейчас? Ой, ребят. Да. Да, этот, ребят, песок очень холодный. О, вот еще одна машина, точно. Я же говорю, прикинь, Ариш. Еще одну машину нашли. Мы будем с Аишей играться. Кто-то потерял, это что, вверх транспорте, да? Деньги, которые возят, видишь, нарисована монета. Ну. Две машинки. Ага, вот радость. Тут еще три, что ли, машинки? Радости полные штаны у ребенка. Да, Доча? Да. Ну. Ну-ка, только ты их тоже не закопай. Когда будем уезжать, вон там на лавочку положим. Может, кто-то придет, кто их потерял сюда играть, и увидит, что их нашли, и обрадуется. Еще одна машинка, смотрите. Ура! Во. Вот это моя будет, моя. Это что, это, которая... А как... может быть, мы их себе домой заберем? Не, мы себе домой заберем. Ты поиграешь сюда, и мы там на камешек поставим, а люди потом заберут. Может быть, как у хозяина,
Как будто мы себе забрали, а потом хозяин пришел и забрал. Все, машины кончились. Закапываем яму, чтобы волейболисты себе ноги тут не сломали. Да? А по этой что, иголка там? Нет, от листочка это. Палочка, веточка. Сейчас, Саиш, мы будем с Саишей играть. Во! Ну что, да. Ларисе, крутые машины у тебя? Да, машинки будем играть. Ну-ка, с тобой, Даня, да? Пойдем дальше. Вот еще один сигнальчик, что-то лежит сверху. Представляешь, если мы сейчас еще одну машинку найдем? Здесь монетка. Какая? 50 центов. О, у нас уже 80 центов. Угу. И машинки. 2000 года, французские 50 центов. И машинки. Да так близко не показывай, у него фокуса нет, она увеличивается. Угу. 50 центов. Ребята, если нам еще, если у нас сейчас 80 и мне еще 50, то мне на мой бутербресс их хватит. Мы это не ради твоего бутербресса, просто ради прикола. Ну да. Ну и может быть кто-нибудь тут какое-нибудь колечко, сережку золотую потерял. Ну да. Да. Цепочку, отходите. Айдешь, отходи. Мы идем дальше. Уйди, зая моя. Уходи. Мои ноги. Да ты где же солнце? Я же иду сюда, в эту сторону. Он бы еще мои ноги запикал. Вот тут монета опять, смотри. Монета? Или нет? Я думаю, да. Ну, хотя нет. Ариша, принеси биту эту. О, что-то. О. Что, монета? Да. Нет, опять фольга. Фольга. Фольга, ну. Вольга. Фольга. Волга. Сейчас, отходи сюда. Волга. Ариша, мусор выкидывать. Ариша, машинки не закапывай, то опять мы потом потеряем. Ариша, мусор выкидывай. Давай. Потом будет твоя зарплата. Ладно. Опять отличный сигнал. Судя по VDI, должно быть опять фольга, наверное. Но, судя по тому, как пищало, по самому звуку, то возможно что-то получше. Где она? Я что-то пикаю, вот это что? Ё-моё, точно фольга. А ты что? Как я и говорил. Аиша! Вот здесь вот еще один хороший сигнальчик был. Посмотрим, что тут у нас выпадет сейчас. Ну-ка. Что-то здесь уже близко. Корешки. Ага, фольга. Нет, не фольга. Вот. Монета, сын. Еще раз 20 центов. Нет, 50 опять. Смотри. Все, ребят, не на бутербрейд хватает. 2002 года. Обычно на песке на самом не так много находок. Или тут кто-то походил уже был до этого. Или может быть песок свежий. Обычно вот здесь вот, на обочинах. Люди когда сидят ждут, когда играют другие и много чего теряют из карманов. Здесь опять такой хороший звонкий сигнал. Возможно, монета. Сейчас посмотрим. Или опять машина. Что это такое? Монета, сын. Какая? 2 евро. Ух ты. Ух ты, такую даже еще не видел. Покажи. Фон Варшау. Польская. 2020 года вроде написано. Какая-то стена плача или чего там, типа кто-то сидит молится. Такую я еще не видел. Это забьется. Все, здесь нет больше ничего. Вот такие вот 2 евро. Такую я еще не видел с такой картинкой. Как здесь вот. Прикольно, да? Угу. Ну. Идем дальше. Здесь вот рядом с теми 2 еврами еще какой-то сигнал хороший. Сейчас посмотрим, что у нас тут. Достали же? Еще монетка, сынок. Опять 50 центов. Ладно, мне вот 50-центовая монета 2002 года. Ну-ка, проверяем. Нет, больше нету ничего. Идем дальше.
Здесь, возможно, опять фольга. Сейчас выковыряем кусочек. Посмотрим, что у нас тут. Да. Жарковато немного, да, Сина? Что? Жарковато немного, да? Очень. Очень? Солнышко греет, хорошо так. Тех. О, а я вообще как чайник пошла. На рыбалку с собой возьмем. Ага. Че, Ириша, ты как чайник? Да, мне горячо, что ноги горят. Да уже. Ты что говоришь? Ноги горят, как чайник, я уже вскипела. Да ты че, ничего себе. Где он сидел? Ты видел? Не знаю. Папа же говорит, наш Питер. Сейчас, пойдем. Сейчас. Че, достал уже? Куда он делся? А? Ну ничего. Бывает и такое. Ага, здесь фольга. Потому что, ага, вот она, даже тут копать ее не надо было, наверху лежала. Мусор собираем тоже. Спасибо, Сера. Здесь у нас 65. Монета по-любому. Ага. 65, это на этом приборе. У меня обычно здесь монету по-моему. Эх, только каким номиналом, сына, как ты думаешь? Не знаю. А номинал, вот, я это вижу. Что? Ну, номинал. Сколько она? Сколько она? 10 центов, 50 центов, 2 евро. Не, 10-центовая, видишь, вон? А-а-а. Чуть-чуть покрасневшая. Вон, ребят, там коровы пасутся вдалеке. Ну-ка, сынок, осторожно. Или овцы. Несколько сигналов, нет? Не знаю. Нет, все-таки один. Ладно. Ну, окей, идем дальше. Здесь вот 60, 58, 149 было, 60, 65, возможно, тоже монета. Сейчас посмотрим. Так, выковырим кусочек аккуратненько. Ребят, тут так травой пахнет. Ну, тут же вон травы сколько. Ага, что-то тут у нас есть. Что-то тут у нас есть. Ага. Что там, Маришка? Вас и слез. Спасите. Что случилось? Что случилось у тебя, зай? Я думала, что тут дядька уже не страшный. Монета. Смотри. 2 евро. Забрать меня хотел тут дядька. Да не, солнышко. Смотри, доченька, опять 2 евро нашли. 2 евро, не знаю, чьи это. Надо почистить чуть-чуть грязноватенько. Ариша, тебе надо, знаешь, окей, чем спасти подписки? Ребят, подпишитесь, что спасти Аришу, да, Ариша? А злого дядьки. Ага. Да, он там на красной машине. Я видела. Вот здесь неоднозначный сигнал, поэтому и надо копать кнопка, не будем, возможно, ржавчина. Дырочку закрываем. Да. Все, ничего не видно, да? Угу. Здесь у нас 41, 42, 46, 48. А, не знаю, 46, 48, что? 40... Три было всегда пивная пробка. Сейчас посмотрим, тоже это или не тоже. Э? Пойдем дальше в кусок. Сейчас, доченька, подожди, Данечка. Снимай, ага, в этом куске здесь. В этом кусочке где-то осталось. О, смотри, выпало. Уже вижу монетку. Монетка? А, какая? Нет, не монетка. А какая-то клепка от чего-то. Как будто от брезента или еще чего-то. Видишь, пикало. Хорошо. Мусор, да? Мусор, да? А сейчас сделай мусор. Вау. Ну сейчас облако же надо солнце догнать, когда оно догонит, тогда солнце уйдет, Аиша. Ну что, ребят, прошли мы полностью всю песочную часть этой волейбольной площадки. Сами видели бы, что нашли. Сейчас пойдем. Хочу по контуру пройти вот так, по траве, где люди просто сидят, не играют, сидя ждут. Посмотрим, что там найдется. Вот, ребят, короче, мы с Аишей сейчас только что такую деревяшку от мороженого нашли. Аиш, выкини. Хорошо. Тут что-то у нас фольга, наверное, судя по сигналу. Но говорят, фольга, золото, например, показывает такой же самый сигнал, как и фольга. Но я еще золото сам. Такое нормальное, прям 585, например, пробы. Не находил ни разу. Только 333 пробы находил. Браслет такой, армбанд. 10 грамм.
Что-то здесь еще, видишь? Опа. Где-то тут. Сейчас достанем. Поглядим. Угу. Что тут у нас может быть? Пиво где-то? С этой стороны, что ли? Я так достаю дырку. Где ты? Сейчас, подожди, доча. Чё, папа, где? О, смотрите, какая яма, ребят, глубокая. Ну да. Фольга, как я и говорил, смотри. Как я и говорил, фольга. Мусор. Настя, так, ямку аккуратненько зарываем. Айша! Вот здесь, возможно, монета. Монета, сынок. Монета? 1800. Айн ойро. Прикольно, да? Угу. Какой год? Теперь у меня палец 800. Да, тогда евро не было сейчас. 2000, по-моему, третий или второй. Вот такой вот, 1 евро. Что, больше нет? Проверяем. Во, ребят, люди какие, хрюшки. Пойдем, Ай, соберем с тобой. Где отдыхают, скажи себе, там мы в мусоре, да, Сын? Ага. Хорошо, что вы у меня не такие, да, Сын? Угу. Пошли, Ай, вместе с тобой. Раз, два, раз, два. В атаку, нападем на мусор. Пойдем нападать на мусор. Угу. Вон, ребят, всякий мусор еще в этой. Это, ребят, Артемель, у нас дома тоже такие есть. Но мы их не кидаем. Да, Иша? Да, мы их в мусор кидаем. Да, ребята? Угу. Да. Во, ребят, намусорили перед мусоркой. Смотрите, во. Видите, ребят, это? Какие хрюшки тут. Во. Пока вы, детки, ходили, мусор относили, тут вот сигнальчик еще один был хорошенький. Уже что-то постарее пошло. Ух ты. Одна Deutsche Mark 1993 года. Говорят, их вроде бы еще до сих пор можно поменять, обменять на нормальные, на евро. Вот такие Deutsche Mark. Не райховские монеты, а вот именно Deutsche Mark. С 1900 какого они там пошли, 46-го, наверное, года. Их можно на евро поменять. Кто знает, напишите, пожалуйста, в комментариях, можно или нельзя. Знаете, ребят, мы вот эти вот, видите, мы их называли плюшкоблоты. Ага. Вот это. Пятна, мы их называли плюшкоблоты. Смешно, да? Аиша, монета! Вот здесь в ямке в этой. Сковырнул, только вылетел сразу. Пивная открывашка, или может не пиво, может от колы чего-то, от банки, от дозы, короче. Держи, сын. И тут вот еще один какой-то у меня. Ребята. Сигнальчик. Ребята. Что-то непонятно. Смотри, тут сегодня еще так жарко, мы вообще не хотим стоять. Мы хотим наш фитнес, там, надеюсь, будет не жалко. Ну, сейчас там пойдем. Тоже жарко. Подожди. Вот, видишь, фольга лежит, даже никуда лазить не надо. Вот тут практически 100% тоже монета. 65-67. Сейчас посмотрим. Опа. Так. Ну-ка. Смотри, я уже ее вижу, сын. Иди сюда. Понял? Ух ты. 20 центов. Да? Да. Ну-ка, почистим-ка ее. Угадал, пап. Прикольно, да? Да. Прикольно. Иногда вот так бывает 20 центов. В основном это, короче, бутылки пивные. Но вот так вот иногда и 20 центов, а иногда, может быть, и золотишко можно выкопать. 2007 года. Посмотрим, один ли был тут сигнал. Тут еще один есть? Ага. Это другой уже, 22-24. А по мы как по кругу пойдем? Что это может быть? А? Мы как по кругу пойдем? Вот так? Ага. А может только до Чудова, там все равно вот это же. Сейчас есть. Посмотрим, сынок. А если, может, не пойдем на шпицы? Что там делать? Играть. Сейчас пойдем, Мариша, подожди. Во, есть еще. Что тут? Не хочу одна еще. Сынок, а вот она, фольга.
Ну, не знал, что примерно по VDI можно было понять, что что-то такое из разряда фольги. Ну-ка. Тоже фольга? Ага, это я вижу сразу, так прям, без копания. Еще. Посмотрим, что у нас тут такое пиликает. Надеюсь, в этом месте я раскопал. Червяков тут много. Судя по VDI, должна быть опять монетка. Чуть подальше сюда, походу. Я что говорил, да? Вот 20 центов очередные. Какого там она года у нас? 2009. Третьего. Че, доча? Не упади оттуда. Проверяем. Может, раз и пуха была. Нет, ничего нету. Закрываем. Оп-оп. Все. Ну и никто ничего не видит, не знает. Судя по сигналу, опять монетка. И тут на поверхности где-то. Ага. Или нет? Где-то тут. Что это, как думаешь, это монетка или что? Не знаю. Ну, по сигналу должна была быть монетосина. Я уже ее вижу, смотри. Оп. Опять 20 центов. Опять? Ага. Вот 20-центовая монетка. Где-то уже 5 евро. Ага, опять французская. 1999 года. Прикольно? Угу. Видишь, вот тут на этой на обочине, где люди сидят, ждут, где не играют, а просто вот на травке сидят. Ждут, когда доиграют те, и то больше находок, чем на самом песке, да? Ну да. Ну-ка. Что-то еще одна? Здесь еще одна монета. Чуть поглубже, так не берет пинпоинт. Ну, Каська, достань, ну-ка ее сейчас. Наверное, опять такого же номинала. Тут или не тут? Две стороны. Где-то тут, но еще глубже. Какая-то веревочка. Что тут везде все? Как-то пищит, пиликает. А, вот она. Монетка, смотрю. Вот эти часто тоже себя за монетки выдают. Пивные крышки. Забираешься. Та же самая. Мусор, да. Как это. Ну-ка, проверить все равно нужно. Вдруг это все-таки что-то другое было. Нет. Все, нормально. Закрываем. Или как ты думаешь? Не знаю. Ну, ты же думаешь, что-то там может быть интересным? А? Ну-ка. Раскрыли. Посмотрим. Что-то тут есть. О? Что-то такое. Может быть. Еще одна такая же. Да ты что? Здесь, наверное, люди сидели, только пива спили. Наверное, целая дорожка выложена, раз она пиликает. Итак, друзья, вот походили мы, покопали часика полтора, наверное. Побыли на свежем воздухе, подышали.
чуть-чуть физически поработали, потому как махать металлоискателем тоже немного. Нагрузка это килограмм чем-то весит. Постоянно махать тоже чувствуется. Ариша на шпиль плаце поиграла, да? Да, там была какая-то. Даниэль тоже походил, поиграл, поснимал меня. Играла, а я ничего не говорила. Ага, с девочкой там играли. Сейчас пришло время показать наши находки. Вот, автомобили, да, Ариша? Да. Три машинки мы раскопали. Вон, мусор весь. Фольга, фольга, гаечка, крышки пивные, вон целая куча, фольги много. Смотрите, ребята, что мы еще нашли. Ага, такая проволока какая-то. Ну, это все вот что по игрушкам и по мусору. Теперь что поинтереснее. Такая вот Deutsche Mark одна, 1993 года рождения, как моя сестра прям. Ну и вот по современным монетам. 2 евро, 4, 5 евро. И здесь вот 3 50-центовые, 6,50. Ну, и здесь вот получается 4 двадцатки, 2 десятки, еще 1 евро. 7 евро 50 центов. Просто так, на расслабоне. Вот такие вот находочки у нас сегодня. Хорошо провели время с детками на свежем воздухе. Ну, а мы всех благодарим за внимание. До новых встреч. Берегите себя и близких. Пока.